Ненецкий округ «Геологическая эра» – новое документально-художественное издание, посвященное истории геологоразведочных работ в нашем крае, презентовали накануне в Ненецком краеведческом музее. Книга написана в соавторстве известными в регионе людьми – историком-исследователем-краеведом Юрием Каневым и писателем-журналистом-кинодокументалистом Виктором Толкачевым. На Ленмаре книгу общественности представил один из ее создателей Юрий Канев. Книга с обложкой цвета нефти о трудовых подвигах разведчиков недр, которые в условиях Крайнего Севера трудились с главным заветом нефти, газ, тундры, родине, посвящена 60-летию геологоразведки в Ненецком округе. В книге 430 страниц, сотни фотографий, десятки ярких биографий. Юрий Канев рассказал, что задумка написать книгу появилась еще в 2016 году. В 2017 началась работа. Книга была интересная, потому что люди были интересные. Вот, и, в общем-то, и писать про них интересно было. То есть их работа настолько она сложна, в общем-то, и продуктивна, что, в общем-то, писать не было интересно, и встречаться не было интересно. То есть, допустим, для меня лично очень интересной была встреча с Александром Григорьевичем Кривоноговым, человеком, который руководил огромным автотранспортным предприятием. У него было там свыше 1000 автомобилей, тракторов, вездеходов. То есть целая армия. Вот. 60 лет геологоразведки на территории региона в историях и лицах, от министров до простых рабочих. В зале среди приглашенных герои книги. Это их трудами и стараниями добывалась первая ненецкая нефть. Это человек, который начинал работать еще в 50-е годы. Да. Вот. И он очень интересно рассказывал о своей работе. Он сказал, вот если бы я сейчас пошел работать, я бы уже не пошел туда. Одна из глав водителя вездехода Анатолий Заречневе. Профессионале своего дела. У меня там столько знакомых, бурильщики. Короче, только листочек перевернул, на фотографии все знакомые, получается. Я по многим буровым ездил, у меня много было очень знакомых. История о поисках и открытиях нефтегазовых кладовых тесно переплетается с судьбами людей, вершивших эту историю, чьи победы дали нашему региону толчок для дальнейшего развития, результатами трудов которых мы пользуемся до сих пор. Мне 38 было лет, когда я приехала в округ. И мне посчастливилось встречаться со многими геологами, начиная с Ардалина, Казакова, Титова. Я работала начальником в культуре. Деньги небольшие в культуре, а потребности были большие. И нам всегда начальники экспедиции помогали. Одним из первых экземпляр книги с автографом автора получил вице-спикер собрания депутатов Ненецкого округа Максим Арбузов. Он оказал помощь в издании. Героические люди, вот, некоторые из них здесь, рад вас видеть. Возможно, именно про вас я рассказы и читал. Спасибо вам. Соавтор Виктор Толкачев не смог приехать на презентацию в Наренмар, поэтому еще одна презентация состоится в Архангельске в июне. Книга «Ненецкий округ. Геологическая эра» вышла тиражом 1000 экземпляров. Дизайн, макет и верстка Федора Толкачева. Содействие в издании оказали акционерное общество ННК «Печоранефть», Ненецкий краеведческий музей. Книга поступит в фонды библиотек Ненецкого округа и будет интересна широкому кругу читателей. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».